Маша. Друзья, Злата у нас принесла теленка. Представляете? Мама! Родился, ну, по-моему, девочка. По-моему, девочка. Посмотрим. Да, девочка, длинный хвост сразу определяем. Это девочка. Девочку Злата принесла. Маленький, вот это она. Пополнение. Еще маленькая. Молодцы, быстро, они быстро. Когда их в том году привезли, да? Поздравляем за Ура и Злату. С дочечкой. Класс. Вот такая манюсенька. И рожки сразу растут. Рожки у тебя будут большие, красивые. Как мы девочку назовем? Златуша. Поздравляем тебя с дочечкой. Поздравляем, Златуша. Заур такой, заур кошмяшки получает. О, девчушечка, красотушечка. Ура! Вот это да. Хорошая такая девочка. Мамой стала. Мамой стала. Мамой. Ой, у меня увеличено. Мамой стала. Мамой. Мамой стала. Хорошая умничка. Ой, хорошая такая. Красотулечка. Ну, угостить их надо. Молодцы, молодцы. Папаня, поздравляю тебя с дочечкой, поздравляю. Заурчик такой, поздравляю, поздравляю. И реснички такие длинные. Класс. Вот это новость.